мужик вот сидит. Выйди с ним поговори. А смысл, если мужик на нее никак не влияет? Мужик может разбираться с мужиком. Согласись, это потому что я же не руководитель. Я в принципе в этой ситуации понимаю, почему так произошло. И в принципе, блин, я бы написал, почему Адриана должна быть со мной. А ты не хочешь взять Макса тогда и пойти поговорить? Ну точно не с Мадан разбираться, но это нормально. Я поговорю с Мадан лишь не потому, что вообще все произошло. Я не говорю, что я на твоей стороне, Сергей. А потому что зачем бить покурой мужика? Я вот этого у нее спросить, как он может за нее не разговаривать, говорю, не говори. Ты не ори на меня, пожалуйста. Просто получай на мою девушку. Слово не получай. Я тебе сама несколько раз сказал, разговаривай тише. Да не, получилось и тихо. А теперь пойдем. Я тебе сказал, что нужно. Я просто немножко остыл, пришел вот это все вообще узнать, зачем, почему кружка ударит человека, ну зачем я, кружку бить? Кружка, я не знаю, кто бил. Так Мандан ударил кружку, у нее реально вот тут вот рассечение. Ну пойдем посмотрим. Потому что твоя Адриана, я извиняюсь, это балабольство номер один теперь здесь. Мужик, который приходит разбираться с девочкой, вот мужик сидит. Ну то есть, ну блин, я не понимаю а такого. Серега чуть-чуть тугодум, ничего страшного. Ну то есть, это все равно, что ты пойдешь разбираться, точнее, что Макс пойдет разбираться конкретно с Адрианой. Ну то есть, ну мужик, наверное, может с мужиком разобрался. Заходит и орет, блин. Фу, не могу, блин. Как это, когда утки доходят через сутки? Ему там все навешали, он, видимо, такой, а, точно, драка была, часа 4-5 назад, точно, я оказался всем, пойду поговорю. Где ты раньше был? Я себе оправдания не ищу. Нет, ну просто это странно. При тебе драка, а ты тогда не вмешиваешься, тогда это тем более странно. Ну, храбрости набрался, я один раз нервничался. Ну, в смысле, там девки дерутся, там, ладно, блин, там борцы с умом стояли, или кто-то еще посолиднее. Это все на девочке по 40 килограмм. Ну так-то, что там мужик, он спортсмен. Он спортсмен, так, на секунду. Нет, если честно, по поводу кружки, может быть, я не помню. Может быть, потому что я подскользнулась, упала на бок, у меня кружка что, была. Долго-то? На улице? Ну там недолго, но... Ну, короче, это было быстро,